Дорогие друзья, любовь – это когда тебе от человека, кроме него самого, ничего не нужно. А вот одиночество. Одиночество мы чувствуем наиболее остро, когда самому грустно, а ты попадаешь в толпу веселящихся людей. Но самое большое одиночество, абсолютное, испытывает артист перед публичным выходом на сцену, за кулисы. И он делает этот шаг на сцену, потому что это его любимое дело. Любовь и одиночество. На сцене Лариса Долина! Простите.
Лариса Долина.